Я так больше не могу. Я так хочу тебе, давай прямо сейчас. Да нет, я не могу при твоем папе. Да блин, он слепой и глухой, он ничего не понимает. Ладно. Я же говорю, он и слышит. Сынок, ты где? Думаете, что я ничего не вижу и не слышу? Я как раз таки все вижу и слышу. Тогда почему он так говорит? Да он всегда так прикалывается, давай уже. О, кажется, тут где-то кто-то пищит. Ну все, теперь я все могу. Любимая, у тебя презики есть? Какие презики? Я тебе на кого похож? Очень жаль, значит, ничего не будет. А ты ко мне заходи, у меня есть.